Открытый диалог – основной принцип работы муниципальной власти. Такие встречи населения с представителями администрации, депутатского корпуса и партии «Единая Россия» стали традицией. Жители знают, какой бы ни возник вопрос, они всегда могут обратиться за помощью к компетентным людям. Спасибо вам большое. Активный. Да, активные. Такие, мы всегда вместе. Я хочу сегодня, наверное, предложить открыть встречу, посвященную серии из проекта «Единой России». Сегодня встреча была посвящена юридическим вопросам. Проходила в центре «Вера». Зачастую получатели услуг – наиболее незащищенные группы населения, у которых то и дело возникают проблемы разного характера, связанные со здравоохранением, социальной сферой, пенсионным фондом. Приглашенный юрист попытался ответить по всем темам. Произошло достаточно большое количество изменений в законодательстве Российской Федерации в различных сферах, да, законодательства. О наиболее таких актуальных, интересных изменениях в законодательстве я вам сейчас расскажу. Здесь, в Вере, встреча проходит в третий раз. И на следующее мероприятие организаторы планируют пригласить еще больше узкопрофильных экспертов. Как депутат я могу какие-то вопросы ответить, а есть вопросы, которые действительно меня ставят в тупик, что, например, очень много вопросов здравоохранения. Вот. Поэтому мы будем стараться в следующей встрече, чтобы приглашать именно специалистов тех служб, которые есть вопросы. Это и транспорт, это и здравоохранение, это образование, ну, в общем, все, и ЖКХ. Поэтому считаю, что нужны такие встречи, и они должны быть. Аналогично считают и гости встречи, а их в этот раз собралось более 30. На свежем воздухе, во дворе центра, такая обстановка располагает к открытому диалогу. Очень много интересных вопросов и ответов. Вот. Ну, хотелось бы еще больше. Обсуждать надо все, решать проблемы какие-то насущные обязательно. Встречи нужны. Самый главный вектор направления нашей работы, то, из чего складывалась народная программа партийная, это власть для народа. Поэтому все наши мероприятия, все последние мероприятия текущего года, они все направлены на активное взаимодействие, на разъяснение различных вопросов для населения различных слоев, различных возрастов и категорий. Встреча завершилась, но вопросы остались. С ними гостей мероприятия организаторы предложили обратиться на депутатский прием к членам партии «Единая Россия». Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.